Друзья мои, всем привет, я печален. Короче, Шульц. Ладно, я помыл в реке, его сам виноват, запищал, вроде пища не прошло сейчас. То ли от того, что я все промазал, то ли хрен его знает, то ли само высохло. Сейчас на работу доехал нормально. Вот сменился с дежурства, решил проехаться погулять. Ну чё, на полпути у меня стало все хрустеть, трансмиссия. Цепь вот здесь идет юзом, хотя переключатель, ну я не знаю, сейчас солнце, видно, нет ли, все нормально, посерединке стоит, не должен ничего он цеплять. Вот не цепляет. Звезда вроде прямая, не кривая, но относительно. Тут что ли что? Чё за херня вообще происходит? Я вообще не понимаю. Все вроде ровно, все настроено. Начинаешь под нагрузкой ехать, начинает все хрустеть. Это, блин, у меня у одного такое происходит, или у кого-то еще такое есть, как устранить. Крутил я, вот здесь вот крутил. Подстраивать пытался. Ну, может быть, увело переклюк. Хрен его знает, что тут. Потому что спереди вроде нормально все. Короче, крутил там, крутил тут, ни хрена не помогает. Блять, короче, нету. Я извиняюсь, конечно, за мой вот этот вот мат в эфире. Но просто крик души. Вот. Нет ничего лучше. Все-таки я так думаю. Нет ничего лучше нарывать. Я думаю, что нарывать все-таки рулит. Потому что, ну, вот эта трансмиссия, это до того геморрой. Что на том велике на Outlip'е было, пока я не поменял, блин, на нарывайт. Что тут? Короче, это какая-то ёбань. Переключаться, кстати. Так, сейчас. В общем, вот так. Переключаться, кстати, на горку действительно неудобно. Ну, вот если к правому переключателю я как-то привык. Он фиксированный все-таки как-никак. То к левому, который переключает передние звезды, я привыкнуть до сих пор не могу. То есть на горку пониженную передачу включить, ну, сука, неудобно. Его еще же надо так... Сейчас в тенечек отстанем. Его еще же надо как-то поймать, в правильное положение поставить, чтобы он не тер. Вот, кто-то скажет, ну ты посмотри вниз. Рамка вон, видишь, посередине, значит, все нормально. Блин, то есть я, едя на горку по каким-нибудь конубрям, должен оторвать руль, переключить эту херню. Еще смотреть вниз, блин. Как там рамка стоит. Ладно, может, я не профессионал, хотя катаюсь я уже порядочно и как бы нормально. Но вот эта вот фигня, это ж пипец. А теперь еще и вот эта хрень, я не знаю, поломка это, что это вообще. Причем я вроде покрутил, вроде все поехало. Я там на пляжик, на речку собирался, до речки я доехал, до пляжика, вроде не хрустело. Потом опять началось, что это за хрень, я вообще не понять не могу. Вроде все ровненько стоит с виду. Короче, хз. В общем, вот такая вот... Вот такой вот крик души. Так вроде нормальный велик едет, все. Но вот это вот, ну это вот жесть. Реально. Эти штуки, не знаю, может поменяю как-нибудь. Просто не хочется мне вкладываться в велик, блин. Ну, как бы он для меня 60 тысяч, это все-таки сумма. И пришлось как бы поднапрячься, чтобы купить велик. И больше вкладываться мне бы не хотелось. Ну, посмотрим. Если другого выхода не будет, конечно, придется переделывать. Ну, короче, как-то так. Вот. Всем добра, всем мирного неба над головой. Вот такие вот нюансы у Шульца. Имейте в виду. Вот. Пишите комментарии, что за хрень может быть и как устранить. Потому что я хрен его знаю.